этот район смотрю, такая красотень. Я вот люблю движение, природу люблю и люблю город. Вот все-таки я девочка, знаете, такая сказать, чтобы прямо чистая такая. Девочка сельская, не, я все-таки дитя города. Все-таки я вот росла на природе, да? Но я город обожаю. Я люблю вот это движение машин, мелькание огней. Я вообще это все обожаю. Это такая сцена. Такая подиум такой. Сейчас вот там вот на фоне Московского. Так красиво. Вот. Я иду про деревню говорю. И вот он домик такой, деревенский составленный. Видите, это павильон такой торговый. Вовкина деревня называется. Индивидуальный проект современных домов. О, как, видите. Интересно как. Ну что, а сейчас если мы посмотрим, это мы смотрим направо. Если же мы посмотрим сейчас налево, вот я иду по такой, знаете, как это, как акробатка. Посмотрите направо, посмотрите налево. Вот такая я королева. Как красиво, да? Красиво, обалдеть. Вот такой мой бриллиантик, такой город мой, я его люблю. С детства люблю свой город, обожаю.